год мы еще подстригли. Прямую. Так вот, снизу ее обработали, с боков придали форму. И хочу рассказать еще, как можно размножать тую. Вот, допустим, вы обстригли, подстригли свою. Хотите еще несколько кустиков у себя иметь на вашем участке. Вы берете веточку покрупнее желательно. И видите, она такая, одеревенелые веточки сами. И берете просто. Вам главное сделать пяточку. Что это такое? Сейчас покажу. Двумя руками желательно. Делаете вот такую пяточку. Вот смотрите, ну она тут. Вот эти вот все убираем. Пяточка — это вот это вот место, которое получилось. Вот оно. Вот. Из этого места пойдут корешки. Если ее сейчас нужно укоренить в плодородную землю, вы просто сажаете и под колпак, либо под пластиковый стаканчик, под пластиковую бутылку. Здесь стаканчик, наверное, будет великоват. Великовата сама веточка для пластикового стаканчика. Хотя вот эти вот нижние убираете, подчищаете, чтобы они не заплесневели, не запрели лишние вот эти листочки. И на глубину вот таким вот образом сажаете. То есть самое главное, чтобы у вас была вот такая вот, вот такая, ее называют пяточка. Все, если у вас есть, вы сорвали, у вас есть вот такая вот пяточка, вот такой вот кустик, все, из этого уже получится новая туя того же сорта. В принципе, туи размножаются довольно-таки легко и просто. Самое главное — соблюсти вот эти вот правила. Посадить не какой-то черенок, а именно вот там, откуда корешки будут расти, это из пяточки. Вы можете даже для такой цели взять и откуда-то выбрать откуда-то более веточку такую при формировании. Но здесь достаточно куст большой, огромный куст. Можно выбрать любую ветку, на нем не будет этого видно. А если, конечно, у вас кустики маленькие еще, то аккуратнее смотрите, чтобы они не потеряли такую форму. И для них не было это ущербным, если вы для размножения возьмете у них какую-то веточку. Вот таким образом еще размножается туя. И еще, когда вы взяли вот этот вот саженец с пяточкой, все по правилам, обязательно прищипните сверху, то есть подрежьте вот эту вот макушечку, чтобы рост шел в корни. Вот такой вот саженец уже можно сажать и получать новую тую. Желаю вам новых красивых туй на вашем участке. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!